Фестиваль «Сочи Арт Мир» для курорта уже стал традиционным. Каждый год именно тут собирается множество музыкантов и артистов, как известных, так и начинающих. Все участники могут не только поделиться опытом и показать свои таланты, но и посоревноваться. В рамках фестиваля проходит несколько конкурсов. Сегодня жюри выбирало лучших танцоров. Фестиваль носит не только развлекательный характер. На этой сцене юные таланты становятся профессиональными артистами. В этом году в Сочи прибыло 500 участников из разных регионов России, а также Абхазии. За выступлениями молодых дарований пристально наблюдают члены жюри. Все они известные деятели культуры и искусств. Я специально приглашал жюри, те, которые по-настоящему высокопрофессиональные люди. Не просто так, что приехали, там, отжурили, там, что-то заработали. Нет, наша задача совсем другая. Наша задача, прежде всего, чтобы дать возможность, так сказать, молодому поколению немножко разобраться, а в каком направлении они в дальнейшем должны, так сказать, себя вести. Пока одни коллективы стараются показать свои таланты на сцене, в холле их соперники готовятся к выступлениям. Волнение юным артистам не мешает, ведь дома от них ждут только победы. Чтобы не растягивать его сильно, да, а сужать его. У вас тогда будет ровный и центр держите. Все понятно? Мы готовимся к хорошим результатам. Если бы мы были плохо подготовлены, мы бы, наверное, не отправились в такой дальний путь, потому что нас отправила Бурятия, нас отправила Улан-Удэ, нас ждет музыкально-гуманитарный лицей имени Дандара Юшеева, нас ждут наши родители, поэтому мы надеемся, что у нас все будет хорошо. Фестиваль продлится до 9 мая. Конкурсы пройдут в 6 номинациях: танцевальное, вокальное, музыкальное, изобразительное, эстрадно-цирковое искусство и театр мод. Также в рамках фестиваля проходят и мастер-классы от известных деятелей культуры. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.